О спорте. В Курске прошел международный турнир по баскетболу. Игроки волейбольной команды «Политех Курская область» провели серию домашних матчей первого тура чемпионата России среди женских команд высшей лиги. С подробностями наш спортивный корреспондент Глеб Парфенцев. Команда из Воронежа, Белгорода и Брянска в течение 3 дней в спорткомплексе «Юзгуни» утихали волейбольные баталии за первенство в подгруппе. Не потерпевшие по итогу 2 игровых дней ни одного поражения волейболистки клуба «Политех Курская область» встретились с соперницами из Брянска. Пробить их блоки удавалось далеко не всегда. Первую партию хозяйки площадки выиграли. Но после спортивная фортуна отвернулась от наших девушек. 2 победы, 1 проигрыш, 2 место в подгруппе. Следующий тур команды сыграют в Воронеже 26-28 октября. Задачи на сезон перед курским клубом стоят серьезные. Выйти в высшую лигу А в этом сезоне. То есть вот в этом чемпионате занять место не ниже 2-го. Задача вполне реальная, вполне посильная. Тяжелая, непростая, но реальная для наших девушек, что и показывают игры от домашнего тура. Еще один турнир, на этот раз по баскетболу, провели примитивские русичи. Оранжевый мяч собрал под крышей спорткомплекса «Динамо» гостей из Украины, Беларуси и России. Побороться за золото представителям Курской области не дали гости из Минска. Наши ребята вот вчера выиграли 1 очко в сумасшедшей концовке у «Азовмаша». А до этого «Азовмаш» выиграл 3 очка у Минска. А мы проиграли опять Минску. И получилось по закрутке, наша команда 3-е место заняла. Вот, то есть 3 игры эти были очень упорные между этими 3 командами. В итоге бронза, 3-е место в общем зачете и серьезные планы на будущее. Уже в ноябре курян ждут несколько турниров российской баскетбольной любительской лиги. Глеб Парфенцев, Андрей Дегтярев, телеканал «Сейм».